10 после 100. С таким девизом Ставропольская краевая клиническая больница встретила очередной юбилей. Зал Ставропольского дворца детского творчества полностью заполнен людьми, чьи души посвящены помощи людям. Ежедневно эти герои в белых халатах спасают жизни и делают все, чтобы восстановить здоровье пациентов. Врач-терапевт терапевтического отделения. Большая слаженная команда профессионалов – это основа краевой больницы. Сейчас ее коллектив насчитывает порядка 2000 человек. К слову, медсестер, хирургов, ветеранов и других сотрудников отрасли наградили почетными медалями и благодарственными письмами. Я никогда в краевой клинической больнице не встречал людей, которые бы жаловались на врачей. Это ваше сердце, это ваша заслуга. Я никогда не встречал людей, никогда не приходили ко мне по личным вопросам, которые жаловались бы на уровень лечения. Это ваша заслуга. Главврачи, руководители отделений, хирурги, медсестры – это все те люди, которые создают благо для Ставропольского края и для юга России. Ставропольская краевая клиническая больница – это флагман среди медицинских учреждений на Северном Кавказе и юге России. Ежегодно помощь здесь получают более 130 тысяч пациентов. Огромное спасибо всем ветеранам отрасли, всем действующим работникам клинической больницы. Огромное спасибо вам за ваш профессионализм, за вашу преданность выбранной профессии, за то, что вы с добротой своих сердец, весь свой талант вы отдаете людям. Вы спасаете людей, и ваши пациенты из больницы выходят здоровыми и живут здоровой, нормальной жизнью. В последние годы в больнице существенно расширился спектр доступных видов высокотехнологической помощи. Сегодня это 20 профилей. Особенно динамично развиваются сосудистая хирургия и нейрохирургия. Также специалисты освоили такие сложные операции, как пересадка печени и почек. Во многом этому способствовала модернизация медицинского оборудования, в том числе с помощью краевой государственной поддержки. Следующий этап – пересадка сердца. Сабина Гурбанова, Арсений Саркисов, АТВ «Ставрополь».